Сумма углов треугольника. Вот имеется треугольник. Давайте я нарисую треугольник. И давайте я проведу параллельную прямую. А, Б, С. Мы хотим доказать, что сумма углов А, В и С равняется 180 градусов. И указание состоит в том, что надо провести параллельную прямую. Указание на твое указание, чтобы быть загадочным, надо провести где-то, провести какую-то параллельную прямую. Ну, чему? Наверное, на стороне треугольника, а чему она еще может быть? Пусть это мы простим провести прямую параллельную стороне АС. Через что мы должны провести? Через точку Б. Ну, ясно, что через А и С бессмысленно провести, она уже есть. Чему должны провести через точку Б? Ну, давайте проверим. И чем же она нам поможет? И потом еще тем, что мы потом такую же параллельную прямую проведем через С, и потом еще про прямые. Получается треугольник. Нет, не надо еще пройти через другие прямые, нам достаточно этого. Да, что надо заметить? Где здесь есть равные углы? Вот этот угол равен этому. Вот этого, потому что они там внутренне накрест лежащие. Это равен вот этому. А B равен сам себе, а сумма углов на прямой как раз 180. Да. Поняли, чего говорят? Да. Умные люди. Нарисуем такую картинку. Что тогда на этой? На этой картинке, после того, как ее нарисовали, было довольно понятно, что надо искать равные углы. Вот у нас есть две параллельные прямые, и они пересекаются двумя секущими. Вот это секущие, вот это секущие. В одном случае вот эти углы будут внутренними нами слежащими, а в другой стороне, в другой случае вот эти. Соответственно, вот этот угол плюс этот угол плюс этот просто здесь прямо нарисовано, что этот угол плюс этот плюс этот. И они вместе равняются 180 градусов. Значит, сумма углов треугольника – это 180 градусов.